Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Crazy King. Ах, вспомнил бы, что тут у нас. Что у нас тут есть, что у нас тут нету, чего мы не сделали, а чего еще только предстоит сделать. Так, ну что, я вижу, у нас новая карта здесь. Новая. То есть нам можно смело туда отправляться. Верно? Верно. Так, назад к первому дню. Не хочу. Не хочу я назад к первому дню идти. Тоже не хочу пока сейчас это все смотреть. О, сундук с наградой дня. Это вот уже другое дело. Так. А давай вот это вот. Да ё-моё, какой-то деревянный несчастный щит. Просто несчастный деревянный щит. Так, что у нас там по картам? О, новое. А что это у нас? Хрупкое в ближнем бою. Отличный стрелок из лука. Так у нас уже, по-моему, есть один стрелок из лука. Это... Если я не ошибаюсь, это... Стоп. Погоди. Я же знаю, что у нас есть стрелок из лука. Чего вы мне тут свистунка впариваете? Где моя команда героев? Подожди. Где команда героев моих? Пока нету. Ну что, давай посмотрим, что это такое у нас за... Новая карта. Трупы обратили свой разрушительный взор на брод каменной паутинки. Эти ужасные лейтенанты короля нежити прокляли почву. Мы не можем строить на ней башни. Нашим героям придется защитить брод в одиночку. Чего? Вы серьезно сейчас? То есть я буду чисто одними бойцами своими здесь прикрывать? Так, ну что, друзья, я даже не знаю, вот это вот нафига мне нужно, я не хочу этого. Так, погоди, это мне наоборот нужно брать. Так, я, наверное, да ну нафиг, всего двумя бойцами я должен здесь прикрывать все это дело. Ну это же глупо. А если я открою ячейку, давай посмотрим. Так, ребята, а нам дали все-таки ячейку для еще одного бойца. Ведь только для бойца я не могу. Нет, я не могу сюда, да? Нет. Эй! А у меня всего 3 бойца. Вот было бы у меня 4 или 5 бойцов. А, вот это можно брать. Так что же вы мне тогда мозг-то тут выносите? Так, мороз. Целительный источник. Вот так вот. Блин, что у нас 250 звезд еще нету, что ли? Я не могу открыть. Дай-ка я, наверное... Твою налево. Так вот сделаем. Ну что, поехали, друзья. В бой так в бой. А что нам еще делать? Откуда они пойдут? Фиг его знает, откуда они пойдут. Так, ну вот так вот у нас будет стоять наша армия. А дальше будем смотреть. А, вон они откуда идут. Твою налево. Их нельзя пропустить. Эй! Блин, один гонёнок все-таки пройдет, да? Слушай, нам тогда нафиг вот сюда надо вставать, а не там дрынкаться. Тьфу ты нафиг, они идут вон откуда. Так, мне бы кого-нибудь на прикрытие. Так, не надо мне своих тут крыс вызывать. Призвал, да? Призвал армию крыс. Крысолов несчастный. Так, разобрались мы с ними. Так, где он? Подкрепись, там источник. Пока фурычит. Ой. Сейчас и оттуда, и отсюда пойдут. Вызываем на бой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, лучник, давай расстреливай пока этих. Блин, дракоша.
А чё вы на этого-то не обращаете внимания? Там-то что еще за... бежит за пугал огородный? Вы разберитесь с ним-то, стоят, лыбятся. Какой-то король личей прилетел тут. Другому не назвать его. Так, ну что, следующую вызываем партию на бой. Так, здесь, наверное, сразу так сделаем. Чтобы знали свое место папуасы. Так, ребята, идем. Этот лич бежит. Так, на перекрытие. Так, заморозку-то... Куда ты побежал-то? Фух, успели, ё-моё. Последняя волна, ребята, пятая. Если... Ой. Дракулита в Империона же убежал. Жарим его. Сгорел дотла. Чёртовы бабочки, а это что за хламонище там бежит? Так, вот этих вот не надо нам здесь. Ух-ух-ух-ух-ух. Быстрее атакуем. Так, вы сюда бежите. Да ну, это что за бред? Так, сколько у меня сердечек, блин? Мало. Эй, друзья, тут что-то... Эх, на три звезды ясен перец не пройдем. Тут уже бежать не за кем. Хотя... Зачем я в тех бомбанул? Надо было вот этих добивать. Но главное, что прошли. Главное, мы этот уровень прошли. Да, одним героем, конечно, это сложновато тут отбиваться. Выходим на карту. И смотрим. Угу. Мы идем с тобой вниз. Много армий повернули обратно от горловины Берена, последнего моста на остров Южного Ветра. Король Мэроус теперь бросает свои орды в прорыв, чтобы открыть для его нашествия. Сможете ли вы сдержать этот наплыв? Но вы сомневаетесь? Хе, конечно сможем, но по крайней мере постараемся. Так, ну что же, давай посмотрим разведку. Значит, здесь будет вражеская армия, тут какие-то новые юниты, вот это кто такой, что это запугало? Это призрак. Эти призрачные видения крайне устойчивы к физическим атакам. Их хобби — скитание по дому, полеты над полом и прятание под детскими кроватками. Хорошее у них хобби, ё-моё. К физическим, да, значит, атакам он устойчив. Так, ладно, мы тогда возьмем. Раз там будет много нежити, возьмем тогда так. Я возьму, наверное, стрелка. Заклинашки нам не нужны здесь. А где мой главный? А, мой главный герой, он автоматически выходит. Чего? Я не могу понять. Что, мне нельзя бойцов, что ли, вызывать? Или что, я не пойму. Нельзя. Хорошо, так, шаман, тогда иди сюда. Сделаем так. Бомбардира, наверное. Поехали. Откуда начнут они? Снизу пока. Они начнут пока снизу. Ну, как ты понял, здесь в приоритете нежить. Наверное, будет много нежити. Наверное, очень будет много нежити. Так, пока это не нежить, не шиша. Да. Это, ребят, далеко не нежить.
Далеко, далеко не нежить. Так, слава богу, справились здесь. Прокачка. Так, ну что, вызываем следующую волну. Крысы, крысы бегут с двух сторон. Ёк-макарёк. Блин, ты бы вот не отвлекался бы лучше бы на это-то. Нежить лютует. Конечно, нежить лютует. Так, благо у нас все пока хорошо получается здесь. Так, и молнии, все как надо срабатывает, да? И дротики летят в цель. Так, тут 10 волн, ребята, 10, блин. Крысы это, конечно, самые такие легкие из всех, которые падают там с удара, например. Что не сказать про остальных. Давай-ка патрончики прокачаем. Так, надо здесь... Надо здесь, ребята, делать концентрацию. Концентрацию... магов. Иначе пройдут, иначе тут все будет очень плохо в скором времени. Вызываем. Потому что только наши вот эти вот хилы могут очень неплохо бомбить по нежити. Но тут еще есть ребята, которые, как мы уже поняли, имеют иммунитет к физической атаке. Иммунитет. Йок, макарёк, ты посмотри, посмотри, что происходит. Ядрить тебе на корень. Да. Минус 2 сердечка. Вот такие вот дела. Это у нас кто? Это у нас свиристельки бегут, ну я понял. Своими крысами, как всегда. Да хорош там целую армию, но вызывал, блин. Твою. Где боец твой? Нет, ну куда? Фигей просто. Просто фигей, ребят. Ну это ни в какие ворота не входит. 4 сердечка в минус ушло. Просто 4 сердца в минус. О-о-о. Идут, ё-моё. Явились, блин, не запылились. Орды зомби. Да-да, ребята, орды зомби. Мерзкие, толстые орды зомби, которых сейчас просто, я не знаю, сейчас будем разбирать их. Ты посмотри, какое скопление идет. Где мой главный-то боец-то? Молодец, красавчик. Не пропустил, умница. Давай-давай, этих шокеров бомбим всех там. Ага, вон они эти. Зомбятина, бронированная, причем зомбятина идет. Так, стой ты здесь-то, а?
Давай, 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 отбивайся. Молодцы, красавчики. Здесь не пропустили, умницы, сработали как надо. Так, хилы, хилы мои работают. Благо, удачно. Так, сверху, сверху пупасина идет. Давай так, наверное, сделаем, вот так вот. Чтобы он горел в аду. Да, 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 некромант вызывает, друзья мои. А вот, кстати, чувачок, который... Он, может быть, к физухе и имеет иммунитет, но он очень слаб против молний, как я погляжу. Так, ребята, сейчас будет последняя волна. Сам понимаешь, она будет очень, наверное, жесткой. Почему вот специально этих крысоловов сделали такими сильными? Ё-моё. Сейчас я тебе посвящу, он своих крыс уползает. Воу. Парень, не знаю, не знаю, нам надо... Их слишком много. Я сдерживаю как могу, ребят. Все равно проходит, а? Так, 5 сердечек у нас уже отняли. Чух. Но все-таки прошли мы. Прошли этот уровень. Будь у нас посерьезнее бы прокачаны. Так, карта еще открылась. Ага. Кто у нас тут? Король нежити изгнан с севера, но здесь ждут его молчаливые легионы скелетов, выстроенные перед нами в тундре. В авангарде банда его вспыльчивых союзников-минотаров ревет, требуя вашей крови. Да? Ревет прям, требует нашей крови. Такс. Такс, такс, такс. Ну, я, наверное, так и оставлю, как у меня все есть. Ё-моё. Угу. Раз это нежить, значит, это нежить. С нежитью сам, понимаешь, да? Шутки плохи. Давай хотя бы посмотрим, как она тут... Блин, какая это не нежить? Твою налево, меня что, обманули, что ли? Какая же это нежить, это минотавры. Здорово. А я подготавливался к нежити. Вот это подкололи они меня. Я тебе скажу. Ну ладно, сколько здесь волн? 8 волн будет. Так, стрелки пока наяривают, пока помогают. Там какие-то колобки у нас, снеговички, зайчики, он там вверху. Так, с одной волной справились. Ну, тут самая первая. Так, а это у нас что там за пугало огородное идет? На тебе дротиком. Дротик, слушай, этот с дротиками очень хорошо наносит урон. Блин, ну, обычным бойцам, не магам. Так, а вот тут все-таки снизу нежить поперла. Тут и нежить, и минотавры. Блин, это что мне сейчас тут одному со всеми этими... Получается так... Ладно. Где наша, как говорится, не пропадала? Так, срочно дротики ставим сюда. Ну, пока держит. Держит он, ребят, оборону. Все. Тут он выстрелил, вроде бы. Так, я, наверное, туда вот так вот сделаю. Они стоят там, шаманы эти.
Блин, наверху, по-моему, самое мощное скопление, ребята, этих идет. Минотавров. Стрелки очень хорошо помогают нам. Эх, пройдут, наверное, да? Ну, не прошли. Пока не прошли. Давай, 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 затыкай, затыкайте их дротиками этими. Твою налево, я думаю, почему их так много? Это некромант вонючий, ты посмотри на него. Это именно он тут всех вызывает. Блин. Да чё ж так жестко-то, а? Блин, проходит. Проходит. Мне тут некого поставить, понимаешь, мило? Или все-таки не прошел никто? Надо же, никто не прошел, ребята. Чудо просто какое-то. Но это только пятая волна сейчас будет. Так что радоваться, сам понимаешь, нечему. А радоваться тут нечему. Что-то не ощущаю вот того урона, которого бы хотелось бы мне ощутить. Его нету. Где мой главный? А, вон он стоит. Такое сконцентрирование, ты посмотри, а. То, что этот телепортирует, это очень, ребята, нам даже на руку. Что он их обратно. А где мой-то главный, я не пойму. Да мой так дерется, блин. Есть. Устоял, да? Простоял все-таки. Молодец, красавчик. Выстоял. Так, наверху идут минотавры. Снизу, как всегда, куча нежити, блин. Прокачка, прокачка, еще раз прокачка, друзья. Конечно, от нашего бойца здесь тоже много чего зависит, потому что львиную долю урона он... О, нет, 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 воскрешайся. Упал он там у меня, понимаешь ли. Это куда побежал-то? Иди встань на место. Бежит он уже, сломя голову. Так, это какая волна, ребят? Это предпоследняя, блин, волна у нас тут. Трэш. Смотри, сколько их там прет. Так. Ага, я понял. Здесь прокачусь, прокачусь. Вот, вверху очень много минотавров, ребята. Так скажем, львиные доли. Еще начинают подфризивать еще. Ну нафига вот это надо? Фризы-то ваши. Да, тут-то, конечно, их...
Столько прошло. Да дофига прошло, да? Пока два насчитано. Два. И у нас последняя волна. Последняя волна, и она, по-моему, будет самой жесткой. Самый такой, блин. Посмотри, сколько минотавра сверху идет. Просто полюбуйся. Так, прокачка. Так, а мой-то уже... Мой бегает там вовсю. Опять некромант, ребят, который вызывает этих мертвых. Фух. Прошли. Прошли, друзья мои, мы этот этап. Сложноватый, если честно. Так, ну что, у нас там получается самый последний поединок будет, видимо, там с Босяцким. Я думаю, что мы, наверное, это с тобой отложим на следующую серию. А на этом, друзья мои, все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.